Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор альгинатной маски с помидором и глюкозой. Овощные альгинатные маски с глюкозой – это косметическая новинка от французского производителя. Активный состав маски – альгинатный комплекс, экстракт помидоров черри, витаминный комплекс, глюкоза и коллаген морской. Такое уникальное сочетание веществ обеспечит полноценный уход за кожей. Если ранее подобные альгинатные процедуры были прерогативой исключительно дорогих салонов красоты, то сейчас они стали доступны для проведения в домашних условиях. Данная маска содержит большое количество глюкозы, которая придает коже бархатистость и шелковистость. Содержащий же в ее составе томатный экстракт оказывает следующие косметические эффекты. Питание, увлажнение, тонизирование, повышение степени ее эластичности, устранение жирного блеска, нормализация работы сальных желез. Основной косметический вектор водорослевой маски с томатом и глюкозой – это омоложение, профилактика раннего старения, придание коже ухоженного свежего вида. Вот такой коробочке мы отправляем альгинатную маску нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!